Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skip888, и мы продолжаем проходить игру Starbound. В прошлой серии мы насобирали достаточное количество угля и смогли отправиться на новую планету, на которой, собственно, сейчас я и нахожусь. Не на записи, я успел построить небольшой вот такой домик. И еще надо его немножко дальше отстроить, но это позже. Вот. И я смог таки разобраться с одной вещью, которая меня так нервировала. То есть это у нас в окне крафта, у нас, допустим, доски. Если нам надо создать их там штук 10-20, не обязательно кликать. Просто жмем нужное нам количество. Все. Все просто. Это просто я тупил. Так, свой домик давайте немножко расскажу о нем. То есть второй этаж деревянный, каменный первый. Кстати, скрафтил кухонный стол. Тут можно готовить что-то. Для этого надо еще вот это все либо выращивать, либо находить, не знаю. Тут просто какой-то тремо стоит. И такой подвал. Кости, токсичные какие-то вещи у меня здесь, сундучки. Ну, тут спаунятся мобы, пускай там бегают. Вот. И с этой стороны у нас получается лесенка. И тоже все очень так приветливо выглядит. Ну а тут заборчик. И в прошлый раз, когда мы спускались на эту планету, то я немножко прошелся влево. Мы прошлись немножко влево и нашли такую какую-то лабораторию. Я здесь уже забегал мимоходом, чтобы забрать двери, потому что в доме мне хотелось сделать такие вот раздвижные двери. Так, о, так. Давайте это все заберем. Табличку тоже, наверное, заберем. Я думаю, будет прикольно. Так. Эти вещи нам понадобятся. Так. О, металлические какие-то платформы или что ли. Так. Двери, наверное, тоже заберем. Так, хорошо. Пиксели нужны, как мы выяснили. Крафтить и все прочее. Стальная платформа. Так, какая-то вещь тоже прикольно выглядящая. Заберем ее. Так, вот эту вот вещь тоже хочу себе. В доме, думаю, она будет клево смотреться. Да, клевые вещи. Это хорошо. Так, платформы. Стальная платформа. Определенно нам не повредят. Давайте их подсоберем. Так, куда они у нас деваются? Ну, стальная платформа. Отлично. Все, пойдемте пока дальше. О, источник света, его тоже можно забрать. Вот, здорово. А тут еще у нас есть такие, нету, да? Клево. Все. Пойдемте дальше. Тут кто-то уже какие-то звуки издает недоброжелательные. О, это... Ой, местный житель. И он явно не в духе. Так. Кстати, это праздничное настроение. Это перед Новым годом добавили в красный стол новогодний. Там можно украшать. Но я этим не стал заниматься. Просто пока было не до этого. Может быть, потом что-то украсим. Ну, думаю, уже это не столь важно. Так. Так, зеленая лужица. Не занырнуть в нее. Так, давайте посмотрим, что здесь. В пещерке в этой. Есть ли что интересное. Так, это глубокая пещерка. Ага, так и попал в зеленую эту лужицу. Ну да ладно. Так, уголь. Уголь это хорошо.
камни уже пошли. Так, медная руда. Тоже добыть немножко, думаю, стоит. Так. Так, у нас тут древесина. Всякой ерунды надо повыложить дома, кстати. Ну ладно, это уже потом. Так. Опять я попал. Так. Полечимся. Неплохо так дамажит. И еще полечимся. Хорошо. Так. Да блин. Вы, ребята, прикалываетесь, кто этих маленьких луж понаделал. Давайте еще лечиться. Я чувствую, это предстоит часто делать. С моей-то ловкостью. Угу. Так. Не том. Где у нас платформа? Поставим платформу. Добудем вот это вот железо. Отлично. Так. Теперь глянем, что вверху. Так, ну вот эти лужицы порядком. Что на той планете, что теперь на этой, они, конечно, порядком успевают надоесть. Поэтому давайте нафиг убираться из этого всего. Ага, тут уже ночь. И какие-то непонятные... Понятные существа. Ты кто вообще такой? Это лаборатория. Так. Опасно. Так, вот этот плакатик заберем с обезьянкой обязательно. И вот этот телевизор тоже заберем. Плакат, телевизор. Так, что это? Blue Flash. Это аккурат, наверное, красители. Это хорошо. Давайте их позабираем. Все эти красители. Будем что-нибудь красить. Кстати, я вот забыл упомянуть, что я успел и приодеться. У меня теперь какая-то... По-прежнему. Кнейс. То есть стальная у меня какая-то одежда. Ну, еще не полностью. Ну, тем не менее. Так, красители сюда. И что у нас? Опасно. Опасно тоже надо забрать табличку. Где-нибудь повешаем. Так. Что тут? Сундучок. Так, зеленую всю эту гадость. Как-то я кривенько, но заделал. Так, сундучок, что тут у нас? Серебряный свиток. Хорошо, факелы тоже штука полезная. Так, семена, ну думаю, придет время, займемся разведением чего-нибудь. Каких-нибудь растительных деревьев там или еще. Овощей там, я не знаю, ну что-то будем разводить определенно. Так, забираем
И сундучок тоже пригодится. Тут темно и страшно. Так, все, да? Пойдемте дальше. Это кто? Это вроде туземцы. Они не агрессивные. Это радует. Неагрессивные туземцы — это всегда хорошо. Так, это что у нас? Какая-то хороший песок. Кстати, нам он стекло делать. Быть может, в аккурат песок и понадобится. Ну, давайте собирать песок. Тут думал, железо залежим. Но нет. Особо нет. Окей. Пойдем дальше. Так, вообще темно и страшно. Так, мне еще ж такая штука же, как фонарик. Так, куда бы ее? Взамен чего бы? Так, мяско. Давай подъедим. И давай будем светить. Где это мы тут лазим? С фонариком как-то, да, поудобней. Так, не то. Так, шкурка. Это, видать, какой-то злой туземец. Так, ищем дальше. Как-то ночью шарахаться-то не очень. Ну да ладно. Будем идти так. Нам надо исследовать эту планету. Так, ладно, пока в пещеру не полезем. Так. Еще это непонятное животное с бантиком на хвосте. Это что? Тогда он меня отпугивал. И этот тоже. Подсветим. Так это что? Ага, еще семена. Отлично. Так, просто пещерка. О, какой-то утконос. Иди отсюда. Серьезный парень. Так, что у нас? Когда уже рассветет-то? Так. Ну давайте построим себе что-нибудь. Типа подъема. Так, рассветает. Это хорошо. Все, поднялись. Так. Что тут с пещерки? Воу! Парень! А, это птичка! Ты не чувак. Воу. Птица, ты нехорошая прям птица. Это так вообще не делается в цивилизованном-то обществе. Хотя, какое у вас тут цивилизованное? Так, мясо, вот мясо вроде еще хватает жареного, все отлично. Опять эти лупоглазые черти. Иди отсюда. Там лужицы, видать, эти зеленые. Это явно так и есть. Так, да? Давайте сюда закопаемся. Посмотрим, что здесь.
пещера. Да, ну, пещера я пока не хочу. Хочу пробежать по максимуму. Посмотреть, может, что-то поинтереснее есть. Так, это тоже не особо что-нибудь. Ага. Сумасшедшая рыбка. Рыбка, рыбка. Озеро. Ты свое точно потеряла. Так, ладно. А вон она оттуда, что ли, выпрыгнула сумасшедшая. Окей. Так, давайте вот эту руду соберем. Угу. Хорошо. Что-нибудь с нее скрафтим. Так. Ага. Так, там глубоко и далеко. Кактусы. Так, немножко железа. Соберем. Так, еще уголь. Уголь — это всегда хорошо. Вот, там еще уголь. Здорово. Так, уголь. Давай, уголь. Опять эта здоровая таблетка. Ну-ка. Что ты нам дала? По-прежнему ничего. Супер. Полезная вещь очень. Так. И что я с ним сделал? С кактусами, с этими, по-моему, ничего, да? Отлично. Так, опять какие-то залежи. Так, а если так? Пиксель, песок. Там тоже что-то ничего не происходит. Ладно, соберем еще руды. Так, дальше. Кусочек угля. Отлично. Немножко мед. О! Сыпучий песок. Угу. Вражак на радаре. Так, иди отсюда. Он прям какие-то самонаводящиеся прыжки. Прям как ракета. Летит и все. Вопреки законам физики. Так, эти ребята. Так, пошел прочь. О, прилетело и все. И нет вопросов. Летит себе. Давайте подлечимся. Тут когда-нибудь карта заканчивается? Вообще нет. Сколько мы еще будем бежать влево? Так, давайте подсветим. И добудем вот этот уголь. Жуткий камень. Опять же здесь. Ну ничего. Это не помешает добыть нам угля. Но надо кирку бы еще. Надо будет в следующей серии пробовать закопаться. А еще надо... А, еще забыл, надо первый контакт. Там первый босс. Думаю, мы уже в состоянии его пройти. Это должно у нас получиться. Так, оп-оп. Так, это зеленые лужицы опять. Давайте заделаем. Вот. Так, где-то тут птички летали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, копье хотя бы... Он что, разбился? Или все-таки я его подкосил? Так, давайте попробуем это дерево срубить. Так, деревья у них тут выглядят. Да. Забавно. Так, еще кусочки угля. Уголь всегда хорошо. Так,
Посмотрим, что здесь. О, сундучок. Сундучок — это хорошо. Тут залежь небольшая. Так, ладно, это не особо интересно. Вот сюда глянем. Ладно, по пещерам, как я говорил, неохота в этой серии лазить. Так, что это у нас? Унылый ударник. Это я так вижу. Гобой. Так, музыкальный какой-то инструмент. Кусатель. 12-7. Так, это все хуже того, что есть у нас. Так, уголь. Уголь к углю. Так, что у нас уголь далеко от всех этих ушел. И вот эти вот вещи, они тут... Да, надо тут порядок наводить определенно. Так, сюда. Денежки. Ладно, это тоже не особо полезный сундук. Давайте выбираться. Опять эти зверушки. Так, что вам от меня надо? Прыгают они тут. А, пошли вы. Ага. Что, они за мной преследуют? Нет? Все? Тоже мне преследователи. Так. Что-то деревья здесь как-то не очень часто можно встретить на этой планете. Так, дальше что? Давайте попробуем по максимуму пробежать. Так, опять темнеет. Когда-то же эта планета должна подзакончиться, мне так кажется. Это должно произойти. Хорошо, хоть тут ночью никаких непредвиденных вещей не случается. То было бы не совсем хорошо. Так, сундучок. И что-то тут нам? Нелюбимый дразнильщик, супер. И причем довольно плохой. Толку с него. Так, тут опять кряхтит. Ага, это утконосы. Но. О, 23 урона. Не слабо. Давайте полечимся. То я не знаю, сколько я таких ударов выдержу. Оп. Так. Дальше. Бежим. Так, пещер тут, конечно, много. Это понятно. Но я хотел бы все-таки конец самый убежать. Так, утконос, иди нафиг. Нет, он, по-моему, не отвяжется. Я ему под 9 дамажу. О, у меня 23, а я его 9. Отличный размен, парень. Просто отличный. Так, я все хилки свои перетрачу на всяких тут утконосов. Так, что у нас тут? Пещера. Пещерки. Так, давайте распустился до буду. Так. Нашел туземцев. Отлично. Так, надо поесть. Раз, два. Хорошо. И пойдемте к туземцу.
Красивая дверка. Забрать. Давай, парень, мы у тебя заберем эти дверки. Красивые. Вот эти вот светильнички я тебе тоже заберу. Потому что они мне нравятся. Так, это что у нас? Кроватка. Поспи в твоей кроватке чутка. Как-то не очень быстро восстанавливается здоровье в этой кровати. Ну да ладно. Так, и все, ладно. Пойдем. Заберем еще вот такой светильник. Такого у нас еще нету. Отлично. Перед домом где-нибудь поставим. Будет освещать там. Так, немножко меди. Забрать. Но, добегу я куда-нибудь, нет. Так, опять эти утконосы. Утконосы-то не очень хорошо. Мясо выпало. Дальше. Еще один. Хорошо. Я уже натренировал свои навыки по борьбе с утконосами. Так, так. Ой, нечаянно. Я не хотел. Честно, честно. Так, что-то ты хочешь, да? Нет? Ну и ладно. Вот дом интересный. Ребята. Это определенно забрать. Что-то там было в этом? Потроха. Так. Что еще можно забрать? Это мне не очень нужно. Так, вот эта шкура прикольная. Ее заберем. Вот такой светильник тоже заберем. Так, это не нужно, это тоже нет. Так, шлам, шкафчик заберем. Вот это вот тоже заберем. Ну, думаю, вот эту шкурку тоже заберем. Это все нам пойдет на украшение нашего дома. Так, воу, какой у тебя классный меч. Здорово. Так, у них тут прям... Оп, оп. Что здесь есть? Так, мясо. И пиксели. Отлично. Вот, а тут еще дальше идет. Дальше, дальше, дальше. Ребята, тут прям целое поселение в этом дереве. Прикольно. Прям вообще здорово, я должен вам сказать. Вот это шкура, так шкура. Так. Инвентарь уже весь забитый. Ну ладно, я думаю, пора бы уже и честь знать. Надо на корабль возвращаться банально, потому что... О, вот это кресло я не могу пропустить. Вот это да. Банально надо возвращаться на корабль. Давайте быстренько еще немножко глянем, что у нас здесь есть. Еще такой дом. Здорово просто. У них тут целое свое поселение. Еще сюда дом. Офигительно. И здесь еще дом. Ну, тут целое большое поселение. Прикольно. Прикольно прям.
Да, круто. Круто сделано. О, чувака съели. Ну ладно, делитесь с ними сами. Давай в атаку. А я на корабль. Все, думаю, насобирали мы уже достаточно всяких разных вещей. И на этом будем заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, если вам понравилось. И всем пока!